совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Ты прав. Не видел? Задержите его! Я знаю, что ты там! Еще не видел. Надеюсь, у него хватит мозгов не соваться сюда, а то я одену его в похоронный костюм. Что ты сделаешь? Что слышал? Я одену похоронный костюм. Сколько тебе лет, чувак? 200? Даже мой дед не говорил подобного бреда. Ладно, ладно. Надеру ему задницу. Смешаю с дерьмом, оторву голову и выпущу кишки. Так лучше, да? Вау, круто! Лучше не скажешь. Ты видел? Вижу цель! Хрен тебе! Что здесь произошло? Сейчас ты умрешь!
Ты жив? Я тебя вижу. Теперь ты попал! Пока есть время! У нас небольшая проблема, Джек. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно.
Джек, быстрее в здание. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне, я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Эй, есть там кто? Ублюдки! Питание в центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. О, взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее.